Скандально известная судья Ярош уволена. За это проголосовали 242 депутата Верховной Рады, тем самым удовлетворив ходатайство Высшего Совета Юстиции. Напомню, Совет рекомендовал уволить одесскую судью еще в июне. Высшая квалификационная комиссия судей Украины решила открыть дисциплинарное производство в отношении Светланы Ярош. Напомню, экс-судья прославилась еще в 1994 году, когда украла победу у нынешнего мэра Одессы Алексея Косусева, за которого еще тогда проголосовали большинство одесситов. В то время так называемая служительница Фемиды действовала под фамилией Иванова в Жовтневом районном суде Одессы. В 2005 году, уже под фамилией Ярош, она же своим единоличным решением усадила в кресло городского головы Эдуарда Горвица по сфабрикованной жалобе, отменив результаты выборов, которых лидировал Руслан Баделан. Этим решением был создан прецедент в украинской судебной практике. А Горвиц не раз благодарил свою персональную благодетельницу, обеспечивая ее защиту в киевских кабинетах.